тем более. Супермобильный регене шман. Да, на Лешаке, да. Типа, у тебя нет надобности бегать на базу туда-сюда. Хочу купить себе Травела, кстати. Я сейчас куплю. Ты забайтил меня, чел. Ты зря это. На пятерке снайпера Травела. Ты ебал мне эту пятерку снайпера, блядь. Ну невозможно играть, против тебя приезжает вот этот... Сардар? Мужик с 6 плюс армора, да? Да, мужик, у которого... О, мужик, у которого миллиард брони, и который тебя убивает, на самом деле, просто нажимая на тебя райт-клик. Вот. Кстати, против Лича, вот единственный, может быть, герой, который не так весело играть. Может, на линии еще кое-как, а потом уже вообще не... никого не убиваешь, просто через армор. Предлагаю самое время пятерку Драксу попробовать. Не надо. Не, это говно. Да не, пятерка снайпер не так плох был бы, если бы можно было бы и брать на ласт пик, когда прям идеально заходит. Ярик, а ты же играешь, да, на Личе, Дисрапторе и прочих? Конечно. А как там бабка, Ярик, поживает? Нормально? Ну, я могу играть на бабке, я играл. Окей. Ну, я не уверен, что... Смотри, у нас есть баланс... А, у нас Рубик уже, все. Я говорю, я не уверен, что она на пятерке настолько хорошая. Хотя, нет, она тоже нормальная пятерка, на самом деле. Я практиковал. Блин, Кунка, конечно, мерзкий герой. Ну и Разор, кстати, я считаю, что это имбопач. Бля, кстати, да, Разор, имбопач, я согу. Давайте вас пикнем. Он вообще... Опа, бабка Разор, че? Сейчас приду. На нем так легко солить в миде. Какой-то, ну, сломанный, если честно. Типа из-за того, что теперь бить не надо, просто бежишь за челом. Из-за этого? Ну, во-первых, вышка не агрится, во-вторых, когда ты бьешь, типа, перманентно, плюс этот минус армор с ультимейта тикает, ты очень да, жестко взрываешь. У Разора таланты еще супер имбовые. Они да. Там все хорошие. Вот ты смотришь первые 4 таланта, все можно брать абсолютно. Ну да, в разных ситуациях ты можешь взять силу плюс здоровье, и это вообще пок. Ну, точнее, здоровье плюс сила. Так, что... Здоровье это важно. Так, да. Короче, я видел, как черики берут Windblaze. Хочу тоже попробовать. На первые бабки. Ребят, это не донат соло. Да, Алексей бы точно сделал бы изящный донат. Ладно, я знаю, какой герой выигрывает против этого. И ему точно похуй, какой герой на пятерке в матчмейкинге. Это просто какой-то подражатель. ММР-турист. Здорово. Здорово. Идея, конечно, типа тролля пикать в Лича не самая перспективная, но... Не целом... самая перспективная. Но в целом задушка будет. ММР-турист. Так, шо? Денис тут? Денис. Шо, ебём их? Окей. Я ёбарь пиздец ещё видел вчера, как... Ой, вчера. В прошлой игре как ебал. Не, кстати говоря, нормальный бел со временем. Ну а тренд, кстати, вот тренд неплохой, Гер. Вот из всех, у нас да. Комонка снайпер, комонка бестмастер, а тренд он такой, он, мне кажется, даже не лего, но может быть даже выше рарки. Ну, морф, кстати, точно рарный герой, просто рарный. Да, морф, не, морф безусловно. Морф эпик герой. Знаешь, морф такой эпик, как в Хардстоне, карты 1-1 по статам, но типа, когда с чем, с какой-то леги в команде, они типа очень сильно работают. То есть морф с шейкером становится легендаркой, а морф просто сам по себе становится, это самое, 1-1 юнитом. Спасибо. Я вот думаю, на бабулесе мне скаттербласт взять... Или... Посмотрим сейчас. Вообще, посмотрим. Да, по ситуации, но если печеньку тоже норм берут, на первом. Я понимаю. Ну смотри, просто я могу, в принципе, ренжа секьюрить этой штукой, ты можешь с печеньки начать, мы с печенька можем и баунти забрать и попробовать потрафить. Если что, 1.6 секунд стан. Это вообще жесть. Да, это много. Ну это жестко, но на этой херне 10 секунд кулдаун. С ней надо мангусов много брать просто, вместо веток, мне кажется. Да, сейчас он вот это самое найдет меня, мне кажется. Хотя бля, секундочку, может, секундочку. Может, похуяримся просто? Не, подожди. У мужика 8 армора. Да, вот сейчас мы такие, джик, джик. У кого 8? А чё это у него? А, ебать. Лич к нам так пойдёт, слышь, чё? Я понял. Да. Слушай, по-моему, он успевает. Ты пойдёшь? Давай, да, я пойду к Личу.
Я перекликался. О, хорошо, смотри, давай, а я нет, но я лича сейчас перекликаю, ну, да, по-моему. Нормально, нормально. Давай. Сапогом. А, он сапог. У него сапог и тангус, я понимаю, на шейке. Че, по мане, драгу? Че, парис нет? Нет. Ты давай, 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 Ерик. Ну, а, нормально? Но я ему много не дам. Я бы замедлилась, если бы подошел просто. Я убиваю, Андрю. Можешь позвонить здесь. Ну, давай. Бля, не, нормальный гер, ребят. Я что-то смотрю так. А, мне нравится, ставлю лайк. О, он, смотри, он... Зачем, Андрюх? А. Я, наверное, это... буду рейнджей добивать. А, ну там как такая... Как тебе такая угодно. Боль. Я буду героев добивать, судя по всему, на этом персе. Смотрите, коровка гуляет. Бля, он просто он всю ману слил в меня, у него ноль маны осталось. Вообще не понимаю, что он делает. Да, надо, чтобы сейчас большой кемп они не заблочили, и мы выпулили их крипов. Пойдем, пойдем. Блин, ножа. Ты можешь пойти законтестить этот левел с той пачки, потому что они да, пойдут. Я хотел. А, там рейндж потерялся. Но это хорошо. Все равно я все помешал. Они рейнджа потеряли. Там чел на андерлорде вообще битмана у него, ему не о чем кидаться. Я опыт пососу, да, у них. Тем более они реально тут много не сделали. Жирныч, ты че, блять, охуел. У тебя че мозга выросли? Жаль, раньше ты так не кипятил свой бульон в голове. Спасибо большое, Знат. Это подражатель, ребят. Если чё, фласк... Чувак, есть, ну, можешь... можно сказать, что боится. Я их победил. Я, правда, умру, наверное. Но как же поебать. Как будто бы. А я еще, наверное, не умру. А то ты сэфи. Я замедлю сэф. Да нет, наверное, что забей. За мной просто три героя гоняются, у меня там тролль стоит, да, вообще один. Там панорегем появился. Типа, я дропну сейчас. Давай. Андрю, кура. Брейзбайлик, да? Шейкер, да. Шейкер, короче, он, знаешь, все просчитал. Он не купил кларити и нашел реген на второй минуте наверху. Гений. Гений доты. Слушай, а съешь мне тут деревца? Как-нибудь, как время будет? Я тебе тангус дам просто. Да, нормально так. Слушай, я next попробую выпулить. Давай. Первый уровень андерлорд, он подъехал. Я правда тоже пока первый. Андрюха, можешь вот тут... А, ну он опять выводит там. Слушай, потом. Может быть мы на этого... А, не, ладно, на него... Ладно, короче, я пошел за шейкером гоняться. Лучше хоть. На игру, так сказать. Ну да, это мемные типы попались, конечно, нам. Я ошибся немножко, бля, сори. О, бля, я сыграл как царь. Ладно, а ну СФ там, господи, маленький. Почему им похер? Странно. Сейчас, смотрите, возьму спринтик, там все дела. Блин, интересно, что крипы скелетов за людей не считают. Типа, не идут за ними, чешу? Да, да, да. Они не агрятся на них. Ну, вообще, скелеты не люди, если так подумать. А кто? Ну... Мертвые. Мертвые, да. Вот, что такое? Хотел сказать мертвые люди, но потом как-то оспенился. Так и говорит Дэн Сайден, что там. Чувак, он обманщик? Мне что-то от этой игры, я что-то вкилосею его, блядь, с этого шейкера. Ну тут, как говорится, не угадаешь, на самом деле. Ну обманул он, что поделал. На самом деле я зря два в резменде. Шейкер вот тут стоит, что-то. Нужно было базилочку брать. Мне или тебе? Нет. Шейкер у нас. Просто потом ты фармишь лес. Оп-оп! Через топоры поделка решает. Вопросы с маной. Ну чё, норм. Мы расхарасили очень крепко. Мы расхарасили. А может снэпфайр к нам прийти? Да, чё прийти? Снэпфайр к нам прийти, и мы просто пейл не дадим фармить. Шейкер за рунами, скорее всего, пошел, да. А он знает, что не нужно захватывать ванпост на пятой минуте, что это не обязательно. У меня есть сейф мисс, может на руну кинуть, на балансе прийти. У нас шейкер вот тут руну забирает, может со спину выйти, Роман.
Ну, такой себе. Ну, слушай, прийти могу к вам? Андрюх, я до базы, наверное. А нужно ли? Мана ни хера нет. Ну, можете не приходить, но криповку много просто очень. Тролль у нас там уже... СФ мисс. Да, мы все супер зависим. Ну, давай приду. Будем кайфовать. Все снизу. У них трое просто здесь чиликом. Да, ну сейчас у нас стоит трое. Андерлорд вообще, наверное, лес уже фармит. Нормальная идея. СФ мисс все еще не знаю, что он делает. Это левел. Никто не знает, что он делает, но очень странные энеми попались какие-то. Я БФ собираю, мне на ману похнут. Так ТБФ же ты фармишь как-то? Все, СФ ТП мисс сделал. Можно сейчас въехать в этого. Хочешь, въезжай. Оба. Ну тут тайминг. Но он гений. С другой стороны, а чё? Но он не фармит, правильно? Гений не фармит. Да. Мить атака. О, тут шейкер еще. Я нафилил опять. Снизу руна можешь забрать? Ну это вот круто, бабочка. Да, да, заберу. Давай двигайся, я могу постоять ты здесь с флагаром просто. Ты не успеешь, забей, да, забей. Да, не успею, они там вдвоём уже пофиг. Так. СФ бы разочек убить, на самом деле. Да, бабочка, давай двигайся, я постою с... Ребят, Денис, можем убить сейчас через 5 секунд? У меня шейкер спалил здесь. Окей. А можете смог заездить убить его? Он 6 левел без... Я все равно муваюсь, типа, туда. Окей, ну я так не могу, пока жди. Да, да, хорошо. Ну, угадал. Так. Нормально, раз на титангусик за это. Спасибо. Там лес ушел. Предикшн. Смотри, я пачку пушу и можем его задавить. Типа, если он сейчас выйдет, можно просто убить сразу. Хорошо. Что придумали, видел? Да. Ну что, стреляем. А у тебя хилочка есть какая? Ну, идут. Смотри, если он будет там, вот можешь уходить там уже дальше. А там три героя. Давай задай, давай задаем. Выйди, выйди просто слепую. Забей, забей. Он что-то видел. Где-то видел. Он знает, про меня здесь, возможно, вижен стоит. Все, забей, уходит, да. Нормально, я сейчас. Шейкер вот здесь. Угу. Я бегу к тебе. Вообще можем шейкер доебаться. Поднимешь его? Да, на тебя кинул. Старайся уйти, старайся уйти, я их убью сейчас. Сюда, нахуй. Блядь, чуть не хватило. Да мне развернуться надо было, наверное. Нормально, нормально. Парни, у меня все заебись вообще. Ну, это хорошо. Все, ну, тролля тоже вроде хорошо, и снизу сейчас не... У нас вообще все отлично. Тут вижен, короче, у них стоит. Сейчас все равно законтролим еще. Я, по идее, заберу ее. То будет вообще все шикарно. Какой фарм пошел, Андрей. Каков фарм? Не, норм, норм. Так, а что там хочу? Владимир хочу, да? Может быть, еще здесь, собственно, на самом деле, Денис. Так да, я и говорю, он там стоит. А, ты купил? Окей. Не, да, почему только что я стоял против Снэмпфайр Слардар, горел в говно, а теперь я сам Снэмпфайр Слардар. Ну и врага на линии нет просто, если что. Круговорот дота. Круговорот говна. Они, кстати, опять здесь, кстати, возможно, стоит еще, как варик. На самом деле, нужно выпускать патч какой-то. Если хочешь, можешь стать мид на Рубике, покачаться. Бардик вот тут сломал, заработал тебе бабочка денег. Давай, я пойду лес хуячить. Потому что герои одни и те же абсолютно, мочмаки. Да, класс. Ну, когда Вал сказали, что будут выпускать патчи каждые 2 недели, я сначала обрадовался, а потом... Так они же перестали так делать. Да меня доебался. Да, к сожалению. Парни, жележку забирайте, либо Кирилл, либо кто-нибудь еще. Я возьму. Там настоящий есть почему-то. Почему-то есть, да. Очень мало хп. Если прям дайвить снизу будет, закольте, я прилечу. Тут уже так, как бы. Так, я пока фармлю. А что, кому-то еще, может, пизделей дадим? Что там по герочам? У тебя нормальный гер? Тебе нравится играть? Да, нормально. Мне нормально. Он тоже нравится, в принципе, доты. Бля, клёво играть. Чего раньше так не играли-то в нее много? Если он сейчас зайдёт сюда, можно. Да не, он не пойдет, он типа пачку платает и уходит. Фармит. Ну вообще профилактических пиздюлей СФ я бы дал. Можем смог нажать. Подойду вверх на баунти, Кирюкте. Надо успеть. Подойди сюда, быстро твоем. Чем мы успели. Давай. Не, реально, прикольная игра, мне нравится.
Не, ну хорошо. Так, дай снизу. Андрей, я за бунтос смотрю. Давай. Так, а чё, я сейчас сверху спин ему выдам. Давай, я вышку спущу. Смотри, Кирилл, можем. У меня замедление когда пока что? Я книгу возьму, наверное. Бери, да. Я почти шестой. Буду харкать. ПЛ в миде, кстати. Но, да. Тут там я оставил этого большого мушка. Угу. Дай пушить. Давай. Я не очень... У нас чисто такая, знаешь, на чили атмосфера вообще. Ну, а стардарстный фаер в оффлейне тут, по-моему, не на чили никак не начал. Меня уже плавит. 13,5 часов. Могу вниз прийти, попушим там, хотим? Лич в мид ползет. Ну, хочешь, приходи. Да, бегу. Тут у нас катапа. Вот я под нее и хотел прийти к вам. Так, а чё, вообще ЕУ? Must have или хуйня? Можно Яшку ебануть. Она я бывает через барабан играю, он нормально тянул. Барабан? ПТ барабан. Я не знаю, люди а когда... А так же говорят... качаешь, как я, вот так вот? Да, да. Ну, бывает, беру пассивку в единичку. Ну, типа, если... Ну, я не всегда в 4 беру, просто чтобы... Блин, игра какая-то скучная, на самом деле. Да. Ну, пока скучновато. Пока скучновато. Оп, ланчер фармил тут, смотри. А давай мы зафармим теперь. Не, что это настоящий? Настоящий? Не знаю. Если бы я был уверен, что это настоящий, можно было, конечно. А что, там вы не хотите вот так вот выйти в мид, и мы заберем... Колечко давай, интересует кого? Да, интересует, ну, я бы взял. Вдруг... Смотри, тут можно добить большого бобра. Смотри, да. Сэф, смотри, смотри, тут смело. Просто стоит чел. Чел? Так, надо его убить. Ну-ка, идем, давайте. Идем, идем. Что это за чел вообще? Блять. А! Ну, туда. В ту сторону. Так. Так, бабуля Алла, держи. Давай. Найс. Да, это когда я сказал бабуля Алла, я думал, ты мне говоришь. Извини. Я же бабуля. Да. Так, что, может, мидл хотим попушить? Конечно, конечно. Я иду. Давайте, ну, я пока же к вам не подключаюсь, я прокачаю немного уровень героя своему и потом... О, смотрите, герой. Человек. Ну-ка, давайте его. Ну не туда! Что ж ты разворачиваешься-то все время? Потому что не хочешь, что он заставил меня. Понял. Ладно, я это... Давай, давай. Я тебя понял. Там СФ его? Блевантин пошел. А он их осел. Я выплюнул куда-то влево. Правда, что ли? Ты... Как-то... Не на очке, не на очке. Иди на ману. Бабка. Давай. Так, а что? Ну я глину буду покупать. Магии кучу. Ты кто же против лансера лучший предмет? Меня научили. Да, какой? Кстати. Глиммерки. Галинус, блин. Да. Сейчас умрет, смотри, пошел. Пока жив. Ну, вообще, у меня есть колбаска. Есть колбаска, это хорошо. Пойдем сделаем игру интереснее, ребята. Тут сентря стоит. Что-то враг, кстати, отсутствует на карте. Вообще отсутствует. Давайте я тоже за игру интереснее. Можем просто подрубить, там спринт, побежать под Т2. Да можно тавр сломать просто и все. Че он тут стоит? Ну, не да. Знаю. Он еще косо так смотрит на нас. Да. Это он зря. Это вообще зря. Все, пойдем вверх, тогда выйдем. Надо сию. Реген снизу. Мне не нужен. Все, булка съебывается. Блин, они просто уходят с карты. Ну да. Просто уходит. Я пойду искать ПЛа, он вот тут стоит, качается. Побегаю за ним. Руны сейчас будут. И здесь мы можем контролить, Андрей, возьмешь внизу? Да, ты там просто... Вот они, чуваки! А че, мы просто бьем их всех? Да конечно, гоу. А я улетел. Тут фиссура перекрыла меня. Мы не можем пройти пока. А я тоже еду сзади, если что. Все, кругом перекрыли. Лич с льтом аккуратно. Мужчина, за... Опа. Вот этих двоих давайте, сэф и шейкер, вот сэф и шейкер. Бля, бабулю убивают. Бля, надо СФ оставлять, Ярик. Пиздец. Давай, ну. Оставили. Был СФ. А я сказал, он улетает. Нету, это... нету сбить. А тут что происходит? О, там ебут человека. Ебут человека? Ебать. Ебут человека.
Ну он без кнопок вроде. А, ладно, пошутил. Блин, я думал то, что у вас там человек. Это самое, драка идет. О, сыграли с Ярик. Тогда у нас и была драка. Это Илюшеньки. Ну почему-то просто два челика Шайкер на меня бежит. Перешли. Ой, дали пизды. Да, еще потом побежит. Они бежали, мы СФа там разъебали, они его просто бросили. Да, да. СФ что-то вообще скривился, кстати, за секунду. А че вот вышка есть? Ну, он здесь там. Покрыть, топ собирал. А чего вышка вообще стоит снизу? Ну, почему? Ну, он тут все пособирал уже, скотиняка. Фига ты бьешь быстро, чел. Там, если что, можно выбить аж 5 шмоток лесных. Да, кстати, вот можно вот на этой крепах выбивать что-то. Пять, у них вижен здесь есть. Как это, как Роман-то раньше говорил? Черкаш? Сверху два минимум. Я говорю. Да. Сверху два, да пойдем в мини-тавр разбираться. Знаешь, один крипчик, блядь, оставался. Нет, это не я говорил, ты чаров лишь. Нет, 100% ты говорил. Я не говорил черкаш про крипчика в лесу. Я вообще черкаш не говорил. Да говорил раньше, говорил. Кстати, они Андрюху хотят взять. Один черкаш, блядь, в лесу оставили, блядь. Они, вот, разве они хотят... Это не настоящий, кстати. Настоящий. Бам. От Андрюхи, по-моему, наоборот, они хотят убегать. Я это... Сасю урон. Так. У Сэфа урона мало, у меня много. Блин, меня выгнали. А, Андрюха с Владиком. Андрюх, пойдем Рошана с тобой по шуму. Пойдем. Вообще, это зря. Все тяжкие. А ты понял? Он дал ему... Прости. Да, да, это не его... Или стоп, нет, это его был. У него, блядь, Shadow Amulet, ладно, я, короче, понял, про кого мы играем. Тут люди Shadow. Не, Рошана можно, конечно. Андрюх, подойди ко мне. Не, ну да, можно, реально. Я иду к тебе. Сейчас. Я еще кольцо тебе отдам. Так короче, я думал, линзу сделать, наверное, сначала тоже глиммер себе возьму там, в этой игре. Вот так вот, я смог там купил, все дела. Да, о, кольцо так, это разорить, для меня? Так, Слардаре. Спасибо. Хорош. Принес подарки, мужики. У меня тоже, кстати, для кого-то подарок тогда есть, получается. Ха. Там у Лича форстап почти есть. Все, пойдем, в общем, закончим эту игру. Я пойду потом. Все, у меня глиммер. Буду помогать. Все, получается, ПЛ законтрен на корню. Да, все, ПЛ не играет больше в эту игру. Игра с лопат. Сука. Шахтер. О, смотрите, лансер настоящий. Давай, лансер. Ой-ой-ой. Так, а я сейчас покажу настоящий. Не успел. Так. Блять, я Ярик. Мяу. Ты куда? А налево. Опа, хорош. Найс. А это что такое? Это булочка. Стики будет. А чё, Андрей, на очке что ли? Ну, нет. Только глиммер же есть. Про глиммер сказали бы, я бы сейчас сразу. А чё, на очке что ли? Не-не-не. Погнали, давай. Вообще не на очке. А и в смысле, брат, говорю, я говорю, у меня глиммер есть, всё, ебашу. У нас там тролль жар. У нас тролль там уже... Вернее, у тролля своя атмосфера. У меня своя игра, парень. Так нормально, отвлекающий маневр. Так и надо. Я ему еще фарм вот веду с мида. Хорош. Все. На леприконочек. Тролли. Бам. Бля, какой. Слушай, будешь отходить назад? Да, я отойду сейчас. Смотри. Пау. Печенюха пошла. Можем мид. Ух ты. Вообще надо низ. Сейчас вернусь? Ну, здорово. Давай. Так, у нас Владимир отошел по делам. Главное, чтобы с аурой рядом стоял тут. Надо было бы реально вот сюда поставить. Аура не дотягивает. Вот о, это же манга 3, ребят, не наша. Сломать бы что. А чем? Ты печеньки можешь сломать. А, ну или вот. Сломал парня. Так, я на боте. О, аванпост захватить пост. Успеем? Да, успеем. Поехали. А, шейкер! Опа, с блинком, аккуратно. Аккуратный, кстати, один. Mm-hmm. Так, мужики, я готов. Смотри, снизу. О, шейкер нашел! Ну, что добавить? Там один. А так мы можем его найти, я поймать себе, трахнуть. Там Андрей наш, надо помогать, ребят. Ну, Андрей...
Вроде Андрей сказал, что он их нашел. Да, я их нашел. Это правда. Тоже, вообще реально он нашел. Ну все, пойдемте, они потратили все на меня. Пойдем. Раз такие дела. Не, у меня, кстати, самый перспективный счет в игре. Андрей, но ведь фиссура это не все. Это многое, это очень многое. Давайте мидия, пожалуйста. Давай. У нас аэг, да, еще? Да. Угу. Я не хочу бить. Там шейкер с даггером. Шейкер с даггером? Да. Да. Опа. Да. Опа. Так что, давай я тебя постою рядом, отрегенишься. Давай. Бля, вот это, конечно, тимплей. А руны можно еще забрать, кстати, баунти. Да, забери. А тут нету вот руны. Ну я пойду посмотрю. И опять там какой-нибудь сраный шейкер, типа, пошел, все собрал по всей карте уже. Нам надо низ пробивать. Или че? Давайте пробивать низ. О, ты за грейд кондуктор. Опа, на миде. Ай. Так. Неведомый борщ погиб, рейдж байбэк. Ну это так. Не, чтобы просто прессинг создавать. Что это такое? Чтобы время не... А, там форстаф. Чего себе, блядь, лично этот... Что, пойдем реально низ, че шо? Блин, вообще андерлода, конечно, пушит. Я мид грызу. Раз просто он тальян стоит. Еще лича. Медно. Там все шейкер с ультом. На Саегис еще есть. Мне кажется, пора отдавать его. А вот. Есть таймер Аегиса? Нет, вроде. Печеньку. Печеньку, она типа просто залетела. А, они смог нажали, кстати. Да, они хотят врываться. Хотят. Так мы их убьем же, пускай врываются. И я такой, смотрите, чик-чик-чик-чик-чик. Они сверху. Пау. О, смотрите, Пау. Андрюха ворвался. Андрюха на БК. Сейчас шейкер ворвется. О, пизда, чё. Бам, нахуй. Знаете, я бы аккуратненько так. Блин, надо что-нибудь спереть. По ранжу поработаем, ничего страшного. А есть печенька? Пу! Хорош. Печенюха. Так, ладно, ребят, смотрите, вот так вот. И закончим, реально. Давай, ну вообще-то говоря, там, как можно заметить, есть весель. Да, там есть весел. Так, персональный Владмир. Опа, Андрюха спортит. Сейчас нас разор с БКБшкой еще. Просто есть вероятность, что нам нужно просто заехать у них и развалить кабинет. С БКБшкой есть только мы. Ну вот, БКБшка. Так я бы не хотел въезжать. У них скиллы сильные, сука. Они могут так там нормально. Там еще бабяки будут, да, скорее всего. Да, там вонючий андерлорд, это просто андердог. Лич. Там и эфир андердог есть у этого, у СФ. Там не так просто ворваться. Все, сатаник летит, ребята. Кстати, ну они, как говорится, separated. Separated? Сэф качает. Сплитед. Все, я бегу к вам, у меня БКБ еще летит. А что, у нас сатаник летит? Отлично. А он на рейндж кинул. Пиу! Да, жжет ману как. Слушайте, да. Без маны может быть проблема. Короче, если что, тебе надо будет меня мангусы кинуть. Не, если что, просто. Чтоб не на улице. Вообще, если она ломает вышку, все. Опа! Все, погнали. Так. Бля, тут зоне немножко. Шейкер поебался. Хорош. Байбеки да. Делают. Шейкер, байбек, аккуратно, он с ультой. Надо немножко отойти. Он может быть смоки на шейкере. А шейкер же с ультой, он давал же ульт или нет? Нет, вроде не давал ничего. Не дал? Окей. Здесь они здесь они сейчас выйдут, а они выходят. Ооо. Так это что, мужчины психанули, получается? Это без БВК, чел. Я могу еще кого-нибудь подцепить, у меня колбаса есть. Позиционку держите, просто шейкер. Колбаса. Колбаса, говорит, есть. Шейкер снизу вот здесь вот. Я могу типа это, за чейн станить. Он, смотри, прячется в лесу, я могу... ОСФ. Колбаса. Бабочка, это была хорошая колбаса очень. Так, ты говоришь, преследовать. Бля, если бы ТСФ заставил, это было бы просто... Ну, да, было бы.
красиво, но не получился. Помогите мне! Бабку трахнули. Чего? Это, блядь, заголовок деревенской газеты, бабка трахнули. Ну как есть, чел. Get back! Так а чё, куда бэк? Надо дальше идти работать. Бабка мертва. Так ничего страшного. Все, я наверх пошел. Нужна помощь. Немного помощи. Давай, 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 работай. Да помога идет. Забаш, барак. Давай. Еще удар. Еще два удара, Андрей, забашишь. По крипу удари. Да, и теперь по бараку. Угу. Забаш его. Так, чё, враг интересно будет сейчас еще играть? Или может следующее уже начнем как-нибудь? Настоящий пел, кстати. Блять, да. Почему враг был так плох, если у них 800-й ранги там, типа, вроде они? Слушай, MMR is just a number. А, ну вообще, да. Не, ладно, там не у всех там несколько дивайнов. Ну, да у нас и бабочка дивайна, а как не боже. Почему ты не говоришь, что мы хороши, как бы? Ну не, ну а ты видел, что да, сверху происходило в первые 3 минуты игры? Сверху... Ну, мужчина на шейкере с плюсом пришел, это бывает. Да почему они дефают, я не понимаю. Сапогом и тангусом, это next level. Я, кстати, давайте как-то нападем на них так, чтобы я еще раз захаркал их крепко. Давайте, я пошел влетать. Все, пошел, давай, я харкаю. Я плююсь, отрезаю уходом. Шейк, я смотрю, ФК стоит. Он просто выбежал. Ой, у нас чел нафигел. Да, все, проебали. Знаете, в чем моя фишка? В том, что я не заканчиваю игры без смертей. Правильно. Так говорил Смаил. Я что, Миракл? Нет. Мы со Смайлом выяснили, что я Дниша. Дниша? Ниша. Есть Ниша, а есть Дниша. Понял. Пяу. Не, ну, понятненько. Я в него с шотгана выстрелил, чувак. И даже когда трон падает, он все равно отступает. У них, блядь, рефлекс отступать просто у всех. Они же вообще ничего не сделали в этой игре. Они просто отступали всегда. Ну да. Ну ладно. ММР-то не пахнет, правильно, ребят? Ебать. У них винрейт... Там у чела на личе винрейт 20% за 14 игр. На личе именно. В целом у него за 20 игр тоже 20%. Так, наша четверка рейди. Рейди? Ну, да. ГЛББ. Ну, давай возьмем. Любные союзники. Сорян, бабочка. Не, no problem. Типа. Да, спасибо за пати, Денчик. Рад был, Денис, да. Рад был. Да. Колбаска была хорошей. Бабку трахнули колбасу. Ладно, короче. До связи. Давай. Слушай, Ярик, а ты можешь этот... Или я могу пригласить Катакова? А, я могу, да? Ты можешь пригласить, но он не сможет зайти, но я его перенесу просто и все. Все, окей. Да, конечно, вот эта игра, блядь. Лича он взял. Лича андерлорда, нахуй, чтоб, понимаешь, им мало, ну, как бы, дефить, ну, отступать, вернее, они еще хотят прям затягивать максимально наш там пуш. Слушайте, парни, да. Вот я уже привет. Играю, наверное, 13 или 14 час, здорово, так. Но тут вот оказывается, что батлкап будет сегодня, и это настоящее испытание для нашей команды. Мне кажется, мы пропускаем сегодня батлкап. Сегодня пропускаем, все, окей. Так уж получается. Полезно. Нахер его, чувак, этот батлкап, вот что я хочу сказать. Да я думаю, мы не только сегодня пропускаем. Нахуй он вообще нужен. Это правда. Не, батлкап изжился, мне кажется, нужно какие-то новые награды делать. Награды, да, чтобы было интересно играть. Никто не играет. Например, легендарная шмотка рандомная за победу. Ладно, смотри, вот сейчас вот этот герой выходит на тропу пятерки. Но он дает тебе дэмэдж и броню. Просто помни об этом. Да, поэтому пикаю морфа. Так, а ты вообще не паришься, да, Ярик? Я смотрю, там снайпер этот. А я... А чё мне париться? А потом удивляется, почему 5000.
Так, в смысле, удивляйте, я же не удивляюсь. Я просто говорю, как апнуть. Так, подожди, а уже 6 есть или еще нет? Ну нет, ну по 20 же дают. Ну у меня сколько? У меня 5900, что-то такое. 5900. Типа, да похер у меня. Слушай, а мы уже играли против этого чена сегодня. А, это тот бешеный чен, да, который... Так, значит, что будет Слордар. Андрюх, у тебя нет желания на Слордаре еще раз? Так, Андрюха, значит, занят. Слордар — это как, типа, обмазаться говном, типа. Ну, я это реально сейчас понял. За последние... А если вот ченом играешь, это как? Ну, это хер с ним. Я просто что-то посмотрел на... Как-то именно последние пару дней этот Слордар высрался. Я не знаю, почему до этого как-то вроде играл, и... Не было его. Да, он просто... уже сидели, по-моему, есть на самом деле. Он просто супер жирный перс. Постоянно ну, короче, стыдный. Я теперь смотрю, я понимаю, что этот герой, это как будто бы, ну, есть Тинни, а есть Слордар, короче. Это, конечно, не в обиду. Ну, просто. Опа! Это Саскин, антимаги. Я понимаю, без аниме файт. Вернись к оно. Чемп. Текс. Бля, на каком герое весело катать? На Магнус. Магнус и Мага. Магнус, Энигма и Нага, поехали. Магнус вообще не весело, бьешь крипов, что-то там. Веселый герой — это Пангалер, я думаю, веселый. Да, кстати, Пангалер. Да, на Void Spirit тоже весь. А вот все своровано. На Рике миди весело, если что. Кстати, Рике против героев, по идее, покчемп. Бля, давай, я ни разу не играл на Рике. Может, на Паке? Ни разу не играл, серьезно, это лучший герой миди. Ну так все. Смотри, он их героев всех режет. Ну, все, да, сейчас, значит, это... Можешь, как кстати, вы... взять этот, себе Bladestone с стартом. Краткий гайд, пожалуйста, в студию. Ну, берешь топорик Bladestone, и там что остается. И потом уже в рейсбенды докупаешь. Качаю 2-3, макс 3, да? Или макс 2? Да, 2. Так, а что выбрать? Блин, а все? Ну, на карри, типа, скудненько. Сейчас будет лучший Рики ever, которого вы видели. Ну, на нем надо, на самом деле, поиграть, чтобы прочувствовать. У него, ну, не самая такая дефолтная механика сейчас. Именно ну, я знаю, что он этот, да, прыгает. Я тестил. Да, там надо прочувствовать именно этот дистанцию, на которую прожимать. Чтобы успевать доджить и так далее. Ты ложился спать? Нет. Так, а что тут особо ничего не пододжишь? РП можно доджить. Ну, я имею в виду вообще, типа, на нем надо поиграть, чтобы... Не, ну да, герой. Понятно. Руку набить. Самое простое. Ну, а что, он реально? Миди, он очень сильный. У него 70 урона, у него 5 хп реген, у него 7 армора, ага. Сколько там, 600 хп. Я пришел в мид, короче, по-моему, позавчера играл против... против... Или против Харматора, против кого? Короче, я знал, по-моему... С двух пачек 8-6 крипстарт был. Короче, ребят, знаете, что я могу сказать? У меня дома заспавнился булк, и по логике вообще я могу начать разводить его на эти инсайды про Virtus Pro. Опа. Опа. У тебя заспавнился булк? Заспавнился. А где еще респавн булк есть? А, против Клинкза. Против Клинкза я стоял, да. На Рике, там 8-6 был. Где еще респавн булк? Ну да. Что это Клинкс по такому армору вообще не дамажит, по идее. Это типа... 3-2-2 мовспида у Рики. У Булка три респавна на боткемпе Virtus Pro, на International и у тебя на хате. Прокнул вот этот. Походу. Так, слушай, а я могу, короче, на первом взять серию пассивку. И смотри, вот у тебя было 66 урона, смотри, стало сколько? 66 плюс 9, чел. Мне кажется, на первом левеле лучше брать, наверное, все. Все, все, у тебя... Типа, ты понимаешь, что ты добьешь всех крипов? Всех крипов, да? Да, да. Ну, а сейчас с агильщиками нормальный герой. Ну, все. Че, парень, можешь потриплим? Это плюс 9 урона от этой штуки? Я думаю, тебе надо старт на топе дать. Окей, окей, ладно. Не, ты можешь на самом деле как хочешь. Можешь сразу идти, если это есть желание. Потому что на Энигме, в принципе, и я тебе не помогаю особо, но и у меня все будет нормально по дефолту. Может, там на Сэмке нубик какой-нибудь играет. Может быть, может быть. Плюется у меня. Но у меня 3 мангуса. Так надо будет с собой маленький банить. В этот раз. Окей. Окей. Как говоря, мы почему-то оба варна не взяли, нам похуй на игру. Да, похуй на варны. Не, надо было Bladestone брать, слышишь? Да я не знаю, я хочу по своему попробовать. Я понял. Так, ну это какой-то чен, и кто еще тут, по идее, будет? Че ты возьмешь? Магнус? Либо White Spirit, либо Магнус. Думаю, что все-таки White Spirit.
Знаете, как я раньше Рики называл? Ну и сейчас, в принципе, подходит. Козел? Нет, хирург. Ну что, я поход до базы? Он когда спину режет, он когда в спину режет, там такие звуки прям хруста, знаешь, типа такого. Хирург? Да. Причем, когда мне говорят про хирурга, я думаю, не о дефолтном хирурге, то есть о профессии, врач, дела, а чели из этих... Из интернов? Байкеров, из байкеров. Из интернов. Я тебя не понял, о чем он вообще. Так, Ранжелик твой. Смотри, оп, это дэмэдж, чел, это урон. Дальше в топ. Безумие вообще. Слушай, а член с какого уровня может брать больших бобров? Я просто думал, может заблочить и его тоже? Ну у меня уже есть что, все, у меня лайн отпушился в мою сторону, я кайфую. Я заблочу. Только с третьего сможет нормальчик, да. Я заплачу сентрой, чтобы сюда не ходить вообще, и все. Маленький сентрой? Ну да, ну а чё? Ну а чё мне только каждый раз ходить? Ну да. Неудобно. Так, а бонус агил только на шестом, да, теперь? На спину. Да, но из интрята у неё прирост агилы очень слабенький. Но там компенсируется все вещами и талантами. Талантами. Да, он просто бьет там по лицу, потому что я луна, и я не могу обратно бить ему по лицу, к сожалению. Сейчас буду бима в него кидать. Скоро начнем. Как меня заебали эти магнусы. Кстати, можем сами магнусы пикать. Можем, конечно. Меня заебали магнусы, пикнем сами. Ну как вот, как с бабкой. Класс, класс. Такая же история. Так, я оранжа добью сейчас. Реально сделаю. А, Найтан, конечно, так все крипов против Магнуса. Ну, такой герой. На двух я знаю. Ну, на самом деле, когда Тинни придет, мы будем... Да, нам трахать Чина легко вообще. Стоят плотные такие. Первым бимом хер добьешь. Не, вот это, кстати, бесит, когда вышка переагривается. Опа, у них скорее всего вард. Можем попробовать? Да, поставил. Поставил вард, хитрюга такой. Ну, Цемка фласку снова. Так палится он. Ну, антимаги вообще без хила остался. Сейчас я похилюсь тут. А потом, наверное, суициднусь. Осуждаю. Осуждаю. Я тоже, кстати, походу. Ладно, похер, я сейчас просто вернусь. С хп. С хп манной буду обидать просто челоса. Заебный герой, на самом деле, да? Ну, у нас просто сяпик. Не то, чтобы его прогонять. Так он заебный, да. Чел забыл прилечу на бот. Давай, но нам надо только чена можем делать. А база что-нибудь взять. А, я дропну. Мне не надо. Я третий апнул с варда с этого. Еще поставить. Сейчас могут покануть на меня. О, ну там Урса по ним клепнула. Он со вторым? Я не знаю. Никто не знает, он только один скилл пока нажимал. О, гений какой. А у Магнуса хейст, но он не пойдет нам. Нам бы... Я запур... А. Там не работает, да. А ты, кстати, нашел Эрика? Опс. Да. Что? Окей. Я запулю. Гений, у нас тут это... Нас тут секрет. Своя специальная, да. Специальная дота. Я тебе две танги дал, поедай. Да, у меня есть еще. Я ранжа заберу того. Кстати, один на боте. Да, да, но... Чен сместился. Он, скорее всего, слышь, пошел фармить на Чене Мекку. Он... Такой, да, можешь... Можем посмотреть. На баунти молниться. Баунти будет. Да, можем. Можешь слона, наверное. Я схожу. Опа. Побьем его?
Ну, попробовать стоит. Он жирный. У него есть... Вообще, думаю, если бы тебя тоснул, я бы убил. Да, он меня застанил. Он гений, блин. Да, запей на него, да. Да, пускай гуляет. Опа, он друга позвал, смотри. Он с РП, может быть, теория. Типа. Да, хочу 600 добить. Нормально. О! Он не умер. Прям у него 8 хп осталось, блин. Битка. Да, обидка какая. А, у меня еще курьер сдох. Ну, классик. Баунти так валяется. Заберу. Ой, 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 батя. Шо творит, божечки. Демон прям? Да, успевает это вот прожать counter-spell, когда я на него стан замахиваю. Просто гений. У него ноль мана, кстати. Вообще ноль. Можно попробовать? Ну, наверное, стоит попробовать. Мне кажется, раз у человека ноль мана... Мангус, дай тени, дай мангус тени. Надо попросить, ну, да, я бы дал. Курицу хочешь? Напал, напал. Джебайдет. Всевышний Магнус, иди лес фарми нахуй. ЦМ-ка вард поставила, пошла вот сюда куда-то. Да, пиздец у меня дэмэдж. Чел, конечно. ЦМ-ка в мид может выйти сейчас. Да я в норме, я в порядке, короче. Я парни боти остаюсь, они еще захотят по-любому убить. Там пачка крипов большая. Если что, у меня ТП на реке, если мой левел, я могу... Уже чен почти с мехой. Давайте я сейчас пачку отпушу и приду гангать. Бля, смотрите, кидает. Пришел. Да, у меня здесь силы. Он привел армию, сука. Ну там армия. Два камня он просрал уже успешно. Как же ты живешь? А я на СМ-ку бегу. Вард вот здесь. Я отомщу за тебя. На СМ-ке точно. Я тэпаю смит, ребята, убивать. Купи мне сентри, пожалуйста, Ярик. Бля, почему этот аутпост вообще так? Денег нет пока. Ладно, я сам возьму. Я бегу вниз. Я рядом. Меня видят, по-моему. Возможно. А меня нет. Давайте чена ёбнем. Давай. Так, а этого тоже. Хирург работает. Закидывает меня говном. Так. Блин, на тебя нажал. Нормас, нормас. А это что такое? Мышь, что ли? Могу я эту подружание. Это парни, я вам всем даю дэмэдж на армор. Посмотрите свой урон в зуме. Блин, наконец-то у меня полезный герой. А еще ну, я пошел, видел, собрался. Они еще домик покупают. Ну на пятерке, типа, можно, просто денег мало. Там, понимаешь. И вот я стик сейчас купил себе грейджи. Похоже на домик? Конечно, особо. Так-то, конечно. Я куплю, скорее всего, домик, если никому не будет. Ты будешь покупать доминатор, Андрей? Нет. Значит, я куплю. Для пуджет. О, кстати, начальник где-то вард поставил в эту область. Я дам, да. Я просто, чтобы не украли. Я могу тебе, в принципе, линию оставить сейчас? Как угодно. Я тоже на этой линии долго бы не стоял. А я бы забрал парню какую-нибудь линию. Ну вот, я можем с линии эту линию оставить все вместе. Давайте, я тэпаюсь с ботлом, кстати, если на мягкую. Какая-то, блядь, такое происходит, нахуй. Чена надо, если я убивать. Я зажибал. Не-не-не-не, войт спирита. Войт спирита, окей. Но нету зарядов. Тогда обоев. Ой, и этого тоже. Но по попке. Забайтились на иллюзию. Слышал, да, Ярик здесь где-то вар стоит. И поставили. Слушай, Андрей, ну чё, может кто-то... Я сестра попробую на дефолт поставить. Проверим на прочность. Можно. Через бэкхолл можете проверить. Да, через бэкхолл. Только сейчас, я без сайлеса. Он сейчас придет сюда, я тебе уверяю. Mm-hmm. Да, смотри, халява. Халява. Нет, ТП в топ пока не будет. Начни. Я просто пешком в топ это поскакал. У Сэмки в центре. Возможно, она меня видела. Они сейчас да, сами на меня пойдут, так что... Они у меня. Я вроде выйду отсюда. А, нет. Возьми на реке этот тайтан. Бля, сорян, тут в центре стоит. Угу. Да, заберу еще. Так, а там у меня на третьем скилле какой-то приоритет есть? Там на героев? Нету приоритета. Рандомно, да, в области? Погибли? Да, поэтому надо этот момент. Они стрим-снайпят, если что. Вот тоже инфа. Да ладно, удивительно. Ух ты, стрим-снайперы. Ух ты.
Так, ух ты, на пыли, ты на пыли не будешь, да, это кушать штуку? О, Магнус, один штурм, ебать. Ну, сейчас я ее... Там по ней, я знаю, детектят, типа, по-настоящему. Да? Ну, могут, типа, да. Магнус там овер-жиропас. Я думаю, тяжело, вот, знаешь. Два бруска, там все такое. Магнус миди, да, стоит? Ну, да. Ну, он у него дыня еще. Я, блядь, не знаю. Я не хочу с ним связываться. Не, мы можем его убить, если накинемся всей толпой? Наверное, он умрет. Я просто его на пару сейчас проверю. Кстати, возьмите кто-то. Ну, смотри, тихонечку. Пизда нам, Ярик. Не-не-не, будем жить. Будем жить! Это больше... Да нет, пизда нам. Вот спирт топается. У меня лох хп, я что-то. Ну ладно, это не так плохо, он на самом деле РП потратил в меня, я сейчас появлюсь. СМ-ка без детекшена, кстати, и без СПК. Я сейчас в мид могу... Не, ладно. Тут они все прям в миде. Да, они тут прям не все. РП же взяли? Да, да, да. Парни, если мой герой пока кусочек дерьма. Ну такой, да, такой персонаж. На нем просто практика нужна, серьезно. Немного так, дерьмо. Не-не, ну при чем практика, типа я 8 левел, чел фармит лица, он 12, у него есть скиллы, у меня нет скиллов. ГГ. А, погоди. Ну, типа, я не думаю, что я делаю что-то плохо. Они какие-то на бот, по-моему, бегут все. Просто. Поздновато искал, наверное. Да. Давайте забирать центральный коридор. Сэр. Да, забирайте мид. Он без диффузов что-то. Я дал вам танпаку. Тяжеловато будет, парни. Тяжеловато будет. Ну там у него есть типа фишки, как лес фармить, типа третьим скиллом. Парни, будет помощь? Да, будет. Ну, это, кстати, да, это я не делал. Там нет РП. Охуеть. Чел, нахуй, фишки. Просто ебал, сорвалось этот Магнус. Попробую сейчас. Да, мне кажется, нас этот Магнус сейчас просолит в этой игре. Я смотрю нашего бедного Рики сейчас такое. Да, да. Ковыряет лесок. Так понимаешь, я говорю, реально, вот, ну, даже лес, вот, бля. Не знаю. Не, мне кажется, Рики именно больше, ну, кэрри, типа. Кэрри, да, но ему диффуза надо нафармить. Я наверх. Я, короче, полетел наверх с ТП. Нормально, короче, сейчас наши диффуза соберу и будет импакт мидера. Так, таланты, таланты, таланты. Так, мужчины, ману несу. Ну, а так спит и дам, а что там спит. Нет вариантов. Надо вышку сломать. В центре да. Мини стоит. Не, вот можно ли, можно было бы вот за Рики спавнишься на фонтане сразу с диффузами? Это был бы герой. О, у нас зато было, смотри, на Рики диффуза и на Пэля, ебать. Да. Ну, ты можешь после диффузов БФ-ку в этой игре, если хочешь. А БФ в этой игре, наверное, нужен. Хотя, ну, там крипы чен. Блин, работает же по крипам, правильно? Я же с БФом? Да-да-да, с БФом, по-моему. Крипы чена? Ну да, я понимаю. Ну, в этой игре еще на крипов чена может парни быть. Парни Магнус, может быть, блинк, они пропались, могут топить. Да, да-да-да. Они могут сейчас нас, так сказать, потрогать за одно место. Могут и так. А мы будем их трогать? Мы а ты, сейчас накинемся с тобой на антимага, как бешеный зверь. О, а Лан серьезно, пса? Нету даггера еще. Да, есть. Вот, смотрите, антимаг вот он сверху. Да-да-да, я вот хочу накинуться на него, типа, как-то через блэкхол, но... Да нет блинка, да? Я. Yeah. Можем через тос попробовать, но мне кажется, надо этот... Да, так вряд ли получится. Ну да. А, возможно, тут где-то вар стоит какой-то хитрый. И мы ходим по нему. На боте бывает. Может, они стрим смотрят. Не, они смотрят стрим, это инфосотка. Там был моментик. Был нюанс, да? Да. Ну, нам уже не привыкать. К такому. Так, я, смотрите, как к антимагу близко подхожу. Я вот так вот для фузов. Смотрите, сейчас на очке будет. Ты реально крадешься. Подкрался к лоху. Так, а баунти руна через скоро, короче. И вообще они внизу все. Он такой Магнус какой-то, он... Мы бот дефаем, парни? Слушайте, я бы как-то подефал, они без антимага, они его не... Вообще у нас диффуза есть, типа... Не призывают.
Там да, есть Магнус. Там 6 уровня Цемка. Там один Магнус воюет, как с Магнусом справится, и вроде побеждаем. Я вот могу вижу на него дать. Хорошо. Он что-то уходит. Антимаг мне сбил эту, если что. Магнус блин появился. Да. У меня есть смокскрин на него, если диффуза будет кинуть. Да. Прокас через 3 будет. Я чисто катаюсь по Магнусу, но половину хп я ему отнял. Запрыжка он тебе это накинул. Надо этого, выда. Крадно, блин. Магнус может прыгнуть. Он где-то за мной тут гоняется до сих пор. Все, уже не гоняется. Так. Что, будем Магнуса какого-то пытаться убить? Или вот он нас убьет просто? Я дам сало Магнусу. Он не может. Магнус скоро маны не будет уже, еще пока да, есть. Да, да. О, сейчас нет, уже нет. Нету мана, нету мана у него. Хорош, чена можем? Парни, ну вот и все, вы боялись. Зоопарк убьем? Да, зоопарк надо. Но, если что, вы бы видели, короче, ладно, не важно. Все, диффуза есть, можно доту поиграть. Я бы не забрал аркану. Штука лежит, да. И баунти руны еще все собрать можно? Чем я и занялся. Так, ну что, я знаю, что мой герой прям ударов, наверное, с 5 убьет антимага, поэтому пойду... пойду на центре, наткнусь в миде. Потом пойду вверх. Так, доминатор, значит, да. Я куплю... Подожди, а у Чена можно сейчас воровать крипа или уже нельзя? Опа. Ну, конечно, ты сразу уходишь, брат. А в миде никто не хочет пофармить? Я АБФ на антимаге. Ковыряю. Парни, заберите баунтику. Нет, так, до блинка. Так, я иду за баунтусиком. Меня рассекретили. Сука, меня рассекретили. Нет, не хочешь пофармить? Да, да, хочу. Давай. Так, а можешь подойти сюда? Ага, найс. Да, ну конечно. РП еще есть, да? РП есть, да. Да, РП есть. Давай. Он не справился. Ну, он реально не справился с проблемой. Без даггера там так все. Я вообще на него вместе не у него был даггер. Да, короче, он тут за мной гонялся просто всю драку, пока вы всех пиздили. Я как-то его очень смешно раскайтил. Мне кажется, он был... Я в этим парне смог нажать. Вот в стопе можно убить его. Давайте. Ну, мне не нужен смог. Можем без смока. Я такой парень. Шаль. Он идет сейчас в стопе, парни. Ну почему? Пока что я могу заметить. Ну я иду. Можешь начинать уже? Четко. Давайте мид сломаем еще. Можно. Там активка парни спавнится. У нас там лансер на какой-то мега войне. Ой, инвиз. Плохо. Могу заборить, а где? Так, короче, я наковырялся Кримсон. Че, Андрей, комбиним? По... Комбиним. Магнус. Ну он типа стронг. Че, убивайте, убивайте? Не-не, там... Нечем такой... сбивать, если что, Андрюх. Ебать. Комбиним. Ебать. Комбинирим. Бля. Так, парни, я просто с камень дропну. Респавны быстро, да. Но они без РП появимся, подеремся. И вот это вот дефолт, то, что Кримсон не приехал еще, естественно. Да. Ой, вот неудачно. Хотя у Магнуса абсолютно какой-то бракованный ультимейт. Он иногда из какой-то супер жопы притягивает, а иногда нет. 16 уровня. Слушайте, ну а вы можете начать что-то делать? Да, они вот даже убегают. Я могу начать, да, я потому что у них же нет РП, а мы уже вот появляемся. Я уже это... Я уже тут. Ай, хорошо. Ладно, а что там будет? Крипов что-то отпустили. Да, забейте на этих крипов, это... Может, вышку можно расширить. Лучше вышка, мне кажется. Сейчас стыкнуться просто на вышку, это и тяжело будет. Или шо вы? Да, прям. Астрики больно бьет хорошо, значит. Ну, я дэмэдж даю и броню, ребята, дэмэдж и броню. Тучка, у нас блоквал да, есть. Она работает на шану. Сбейте Магнусу, блин, здесь. А у него он на очке. Ладно, я пойду вниз.
А, не, они никуда не пойдут, они все. Нерпа не должны быть. У него и нет. Надо мид забрать все равно. Я возьму. Баунти роны появились. Блин, мы оба ванпоста, правда, прогадили я, что-то. Я забагдовил. Скал, потому что пойдешь на антимагнус. Ну да, чё. Ну, кстати, ну да, сорян. Молча хуяришь. Это чё этот Магнус? Я герой осваиваю. Мы не бьём? Да можем, можем. Я секунду смогу. Не, мы его убьем, почему? Убьем, убьем. Нормально. Он дурак какой-то. Не, ну у Рики на самом деле очень много урона, так-то недооценивать не стоит. Да. Урон да. Есть. Дэмэдж есть. Дэмэдж имеется. Но у меня есть талант, честно, просто. Вообще мы можем дальше пойти, они без этого вообще не могут драться в 40 секунд. Меня прикалывают мои статы вообще. О, смотрите, они еще и гриф просадили. Пойдем дальше, у нас все есть. Все при нас. Погнали, конечно. Типа у нас луна, дэмэдж есть. 20-я минута у меня была, что 400 или 500 урона, по-моему. Под пассивкой. Ну, так смотри, мы сломаем сейчас им просто бараки. Кек. Пока гриф нажали, типа. Опрометчиво. Бля, я курицу проебал. Антимаг. Это были бараки. Что, нам надо Т2 забрать? Надо вверх. Там книжка лежит. Я на топ. Я в секрет-шоп подойду. Там книжка, возьмите кто-то мог. Или чё? Я полечу, не сатуш. Забирайте, парни, мне не нужна книга. Ну, я возьму, если никому не нужна. Я им здесь был. А, здесь, был. А ну здесь, наверное, на тимах. О, смотри, у него ю. Парни, если что, я сверху. Магнус на медиум. Присоединяйтесь ко мне. Сейчас присоединимся, мы тут человека убивали. Убивали я человека. Я просто говорю, что... Я захочу аванпост, у вас будут ТП-шки? Да. Да, у меня когда, ТП-шки. Боти руны кайт. О, хорошо руны. Пойдем вверх просто. Там этот антимаг был. А есть еще какого крипа взять? Ну, Яша. Там, кстати, Яша. О, смотрите, с гемом всем го идем. Да, го. Магнус, смотрите, бык. Быкует Магнус на тебя. С Аегисом, да? В центре что ли стоит? Я иду по рейту. Да, там Магнус тоже. Суицидник, если что. Я срезаю Магнус. У него маны нет. Рифарик на Магнусе. Тильте. Ну все, можно заканчивать. Получается так. Бля, смотри, сколько у нас урона, ты посмотри у лансера, сколько дэмэджа под этими всем говном, под домиком и по этому. А сколько дает там у тебя чуваки? Ба. Ну слушай, смотри, 25-30% урона и еще доминатор 20. 50% урона так-то. Если нормально. Что. Шутки шутками, а это реально неплохо. Еще бы волчка, да? Там ну, манта, да, на антимаге манта. Волчка не нашел, у меня есть этот. Я сами. Вообще это реально пукчамп. Так, ну это СРП. У меня смог это, нажали. Здесь я отошел чуть. Они смог нажали. Я по тебя могу точку дать, Денис, говорю. Кирилл. Будет СРП вылетать где-то там. Да, я не хочу. Я вышку добью, я просто, кстати, я просто... Я добью вышку, у меня не будет. Я понимаю, добьем вышку. Найс. Можем встать на хайграунде здесь, если не почесть? О, слушай, го то ломать. Смотрите, там крипскип. О, во-во-во, отлично, смотрите, на меня сориентировали. А, вы далеко? Ладно. Андрюх, не-не, мы рядом, ну ты нажимаешь кнопки? Сам был кол, что-нибудь. Жми йогурный вапай, Андрюх. Хорошо. Семку выкинул. Там гем, если что. Да, там гем. Я дам сало Семке. Гем взял. На безультат, кстати. Парень, у нас крипов нету, да, это крипов. Знаете, такое. Вообще в миде подходит пачка. Да в миде уже прям очень близко крипы. Да надо просто толкнуть чуть-чуть в мид. Да. Уже нет бэкдора, парень, можем ломать одну. Дайте попаду просто. Ну, надо сломать. Или кто? Я украл у него. Нормально. 20 уровень чена, если что, да, вот. Пошло дело. Блин, нет. Perfect micro skills. На самом деле, что-то реально луна с домиком это очень много. Ну да. Луна с домиком это... Так, да. Тут нет Пиктора. Мы гем забрали, да? Да, я... Да бля, он опять курицу ему убил. Просто пиздец. Я тут having fun.
Да я на самом деле просто бегаю, типа, изучаю героя. Все верно. Сори, что молчу. Я реально первый раз на нем играю. У нас 17 секунд есть. Я думаю, мы можем не париться вообще. Ну, Магнус, если пятерых сосет, все еще можем умереть. Так а Шона тут одна стоит еще. Не знаю. Магнус живой, я вот так сделаю. Оп. Куда ты стоишь? Там РП не забудь. Все, он АФК стал после РП. Я думаю, что их пати распалась. Да. Я сейчас залагал сейчас. Да, было. Что-то третий скилл какой-то. Без БФа не такой сильный. Так что, получается, это самое, ПЛ и Луна это старта нового поколения. Луна ТБ. Там надо точно так же, кстати, обузить, как с Лешаком, чтобы... Она... Ну не, ну объективно она... На четверке типа хорошая. Луна всегда. На Рике просто куча фич. А что там обузится? Ну, да, ну типа, чтобы дэмэджа больше, чтобы ты ударил. У тебя же нету так дилея в третьем скилле. Ну, то есть в третьем скилле он есть, но если ты можешь сделать так, что ты после удара сразу же еще, ну, типа застопаешь и... Ой, все, хватит, ничего не понятно все равно. Ну понятно, в общем. Понял. Я понял на тебя. Дотеры объясняют. Да ты про сколько там, 15 часов уже не спал? Да, я уже 15 часов стримлю. Ну, что, Play Dota Find Match получается дальше. Go last такой, ну я last. Блин, получается, что у Enigma 100% винрейт, невозможно победить этого героя. Skyved 1992, Dead Capote, Я еще Visgear, я могу играть в Spawn, хочешь? Well, well, 74, спасибо большое за перевод. Кстати, Visgear ищ норм вообще. Ну, я нормальный Vis. В арсенале иметь, так сказать, стратегию. Я такой, типа, висповый висп. Только я без шариков играю, сразу говорю. Ну, они когда-то будут, понятно. Когда-нибудь. Шарики говно. Шарики говно? Ну да. Тебе шарики... просто нравится их там разводить, сводить, чтобы... Да не, ну дело не в этом. Дело в том, что они очень много мана стоят, и очень мало, на самом деле, дэмэджа наносят, и, типа... Максить оверчардж, ну, оверчардж не максить вообще, надо быть странным челом имхо, но тезер тоже, он дает до хрена, типа, ну там просто да. Хороший от всего. Тезер и типа, а шары, типа, они стоят столько маны, это надо покупать Soul Ring, мека из-за этого не, дольше. Да, вначале шары вроде вообще не качают. Да, ну я говорю, нет, понятно, да, я блин, возьму сам... на пятом или каком-то уровне, когда-то возьму. Бог доты придумал в виспу оверчардж без маны, чтобы ты просто рошил меку сразу, это понятно. Не, оверчардж там, который сам по себе хилит, вообще жесткая тема какая-то. Да. Ну, это те о, же опять самые... они, кстати. Саски. А, Саски на ком был, я чуть не помню. Антимагия. Да, ну задолбал, все, я чел забыл. Чел? Я еще я ничего на всякий случай. Я они без па забанили, они знают. Ага. Чен в бане, а без нет. Инча в бане сосать. Они знают. Я с кадрой смс, ну и танками, и веткой. Окей. Вот надо бы мне на дереве, конечно, поиграть. На дереве вообще я не игрок. Мне дерево неплохое. Да он неплохое, но противен этот герой. Знаешь, вот есть такое, что просто не хочется играть ну, на дереве. Ну да-да-да. Вот мне на Тимберсоне хочется так не играть. Ну вот, а мне на дереве, типа. Есть такой, да, конечно. Есть такой у каждого человека, игрока в доту. Какие-то неприятные герои. Слушайте, ребят, прям вообще... я устал играть на Энигме. Поиграй на Слардаре. Ладно, Андрей, можешь пикнуть брюмастера. Покайфовать. Я могу на пакичи развалить еще. Пак, кстати, тоже хороший. Давай я только сначала возьму герой какой-нибудь. А вот Найтсталкер как тебе вообще? Ой, не, Найтсталкер... Хотя, наверное, не метовый. Да я не хочу... не надо, чтобы я играл на каких-то сноубольных персонажей, потому что я все равно обосрусь, и не будет никакого сноубола от меня. Лучше
иметь просто такую одну кнопку, то есть какой-нибудь брюмастер, который всегда Тайт может что-то сделать. Короче, да, я понял. Да, 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 Тайдхантер, вот кентавр. Тайдхантер, кстати, я не знаю, почему вообще забыли, классный поц. Ну, вообще он неплохой. Не против Тусика похуже, но так нормально. Не, ну есть один ответ, конечно, почему его забыли. Почему? Он не метовый. Не метовый. КД на ульт, мол, большой. Ну, вообще, сейчас... да, да. КД ульт, может быть... Типа, скажем, Энигма и без ульта воюет, и быстро фармит, и то все. А этот без ульта, типа, такой какой-то. Не, ну этот вообще... Арбуз. Ну, конечно, не, на тройке дизоль не соберешь. Вот на двойке... Не, ну, рано или поздно, типа, ну, вообще, просто, если ты, например, собираешь тайду, там, Владимир Дизоль, да, как вот делают... Ну да. То ты там нормально с якоря дамажишь вообще. Нет, там, конечно, конечно. Он выходит потому в таком, на, типа. На там можно и быстро выжить. Купишь дизоль с Владимиром. Кстати, ну, да, об этом речь. Из метовых челов этих вот всяких. Короче, это Абадон и Омнинайт еще есть такие герои. Андрюх. А. Омнинайт, кстати, покчеп здесь в этом. Можешь Тимбера выпускать, не хочешь на Тимбере покататься? О, давай Тимбер про. Хотя это тоже не мой чар. Да, Андрюх, ну. Ну это типа выиграть папчик какой-то говна, но при этом не тренироваться. А тебе не нравится Омник как герой вообще? Просто он сейчас и сильный, и ну, но... вот конкретно против героев да Омника. Да его там что-то Омник, Сварк, да, это жестко. Ну и с нашими ой, героями. Ладно, короче, поехали. Героев. Вот Омник, я думаю, у нас есть шансы это с ним что-то делать. Его, правда, подфиксили что-то там как-то где-то. Да, это все неважно, типа, просто не важно, он контрит все подряд. То есть драка начинается, ты гадаешься, они там вообще ну, не... Ну его нормально, кстати, подфиксили. Омник без ГПМа. А что ему сказали? А, ГПМ забрали, да. Там что-то еще было. И ГПМ забрали, а там 90 было. А что ему дали? А не, меньше 90 никого? Дали, по-моему, 10 хп регена. Ему дали в рост. Смотри, бейс армор минус 1, прирост силы минус 0.2, перекрещен КД плюс 1 секунда на всех уровнях и ГПМ минус. А, это Саски на легионке в легкой. Так это Саски у Минайту прям сделали крепкое. Ну, вообще, там весь пик, обомненная, это контрица, как бы. В принципе. Тогда погнали. Ну, и Абадон здесь еще был тоже. Вот, ладно, если обомненная не очень, Абадон, если что. По-моему, это герой, Андрей, для тебя. Да, вот, кстати, Абадон реально для меня чар. Просто твой чар. Абадон — это мое, да, это правда. А вот он Саски, 15-5, нихуя себе. До 20 матчей. Блять, Саски не спорьте лучше. Да что? Ты полишь медика нашего? Ну я за поле забыл. Я за поле нужен. Я тебе дал один так. Спасибо. Ну я там поднесу быстро себе. Блин, что-то я, кстати, тоже подустал в доту здесь, честно. Но да я говорю, мужики, давно пора в лоу переходить уже. Это дота, она уже все, не то время. Смотри, какие мы быстрые с тобой, поехали. Я сейчас сердечки еще делаю. Язык, у меня длинный. Я когда сильно в тильте с дот, я иду играть в лол. И чё? Успокаиваешь? В лол? Нормальная тема, да. Вот. Я типну тебя за это тоже. Так я, кстати, думал, ты и типну. Присмотрелся. А у меня вот типну. Это нормальная тема, чего? Не, я согласен с тобой полностью. Лол норм. На ком ты там ебашь? На Тристане? А, нет, Тристан — суппорт. На Азире соломи жаришь? Тристан? На ком? На Азире. На Азире? Не, на самом деле у меня мало там персонажей, типа я... Ну на Ясуо хотя бы хуячишь? Что-что? На Ясуо. На Ясуо? Нет, кстати, я хотел научиться. Он такой... Он... Зачем ты тут продаешь? Он клясненький. Да, никого не видно. Это этот ниндзя, типа, который зелёный? На Ясуо это который дэши у него поставил. Чел, а ты не хочешь сюда брать? Да. Который еще как Джаггер прыгает с ультой? Я похуй, наверное, да? Не. Я иду. Мы опаздываем, кажется. Да не опаздываем. Ой, человек много тут. Короче, спасайся. Спасайся, кажется, сам за себя дальше. Что-то у нас ну, это... Я на Вейгере да, играл. Да, он там. Хитер, он хитер. Еще на ком-то. Ну, обидно получилось, конечно. Согласен, не страшно. Поднесите что-то, не поднесите, да. Вот, на Вейгере и Зедди я играл. Зед прикольный. Зед, знаю, Вейгер не знаю. Они парни триплет или что? Да не, это... Втроем пришли вниз, просто руну забрать и... Вейгер был... это которого с первого скилла, типа, СПД набирается всю игру. Я сейчас просто схожу. Ну только пока никого не видно, с чем могут втроем быть. Я хочу вином купить, мы... А, да, они решили затрилейнить нас.
Да. Мы хотим фрилайнить? Я ударю. Ну если что, вы можете фрилайнить, я с этим челиком разберусь. Чувак. Ну типа он разберется, и я разберусь. Так ты главное выживи. Хотя я это не факт, что я выживу. А что там? Ну-ка, тизер. Да-да. Катаемся. Чу-чу! Туда-сюда. Кушаю там гус. Кушаю, да, я тоже. Я парни Нексу за пулю, если маленький не заплачу. Давай. Не должен быть там никого не было. Да, линия, конечно, не такая. О, застрял, смотри. Смотри, как бы ты не застрял сейчас. Не, у меня все. Опа. Почти вот. Почти все. Нормально, нормально. Сейчас у нас большая пачка крипов пойдет. Получим второй уровень с этого. Нам надо с фиспом получить второй. Давайте, я не буду забирать. Дашь тычку? Хорош. Блин. Теперь в ответ идет огромная пачка какая-то. Размером. Ну, можем просто напасть на них. Есть бабка? Есть. Да, их мало. Мы вторые? Нет? Сейчас. И бабка вторая. Погнали. Так вот. Вивер? Дашь печеньку? Дай печеньку. Куда она? Вот же. Пиздец, что происходит? Стены, это армия крипов. Да, это жесть вообще. Сука, как ты вивернул. Давайте мы за вышку зайдем. У тебя есть манга? Да, можно поддавить. Пар? Нет. Крипов до хера. Пойдемте, просто это... Нет, у него еще стик. Туска. Пытался спастись, но не спасся. Я подблочил чуть. Крипов теряют, пипец. Я нажму еще этот глиф. Пускай их теряют вообще. Они тоже глиф нажали. Нормально. У меня вообще нормас, нормас. Здесь какой-то чернобыл происходит, парень. У тебя есть еще мангус? Нет. Я сейчас подхожу. Блин, он наверху где-то или что? Что нахуй происходит? Давай эту хуйню. Давай. Так, он другу вызвал. Пойдем под крипов. Но не лети на снэпке. Я дропну ботинок сейчас. Они проебали очень много крипов. Они вообще не добили ничего под этой вышкой. Пачка 3, наверное. Всех ранжей из них. Надо выпалить. Про чё заблочен? Успел один сак маленький. Обидно, что заблочен, понимаешь? Аккуратно. Кажется, они что-то желают. Желаю, ладно, дойдёшь туда на тапок? Да. Ко мне стики долетят? Некс пачку фулла с чего убью. Аккуратнее там будь. Нам нормально. Накайфуем. Все, парни, убил легиона. Хорош. Я тусик пошел. Нормально, у него маны нет. Но у него мангус. Подойдешь на этом снэпке? Мы убьем Марса. Давай по тусику. Эту хуйню тоже убьем. Давай. Вот эта хуйня? Да, она ушла, ладно. Она ушла. Я вот тут сюда. Да, у нас крипов много завелись. Нормас. А ты один стоишь, что ли, Андрей, да? Сейчас полечимся. Ты один стоишь? Да. О, то там вторая бать тоже лежит, я заберу ее сейчас. Парни, еще войт пулю. Хули, давай. Дай мне тангусик, что ли? Держи. Mm.
Может, у нас у Сларка хорошая ферма. Да, у меня сейчас сайта может летят. Ну, тоже все на самом деле нормально. Немножко проиграл, но не страшно. Ну, такое, шторм это 60 на 40 в пользу том парке. Бруно, пользуешься? Пользу шторма? Нет, в пользу том парке. На шторме можно переиграть. Так, сейчас придут айтемы, можем быкануть на них. Даже подушку. Сами захотят. Ну, нам уже лучше. Курица, чел. Похуй, айтемы пришли, это байт, изи байт. Он проебался. На меня, наверное, покатится. Ну, да. Спасайте шар. Дашь печеньку? Да, да? Дальше ебошите просто их. Дай печеньку. Я долго додал, сори. Все нормально, я его... Так, вот он пришел, интересно. А есть подавить под фласочкой? Да, будет. Yep. А, у тебя есть? Да. В меня опять. По тусику переключился. У меня уже все, кончились ресы еще, 20 к нажму. Нормально. Разы. Я отошел, парень. Хорошо. Я, короче, на базу двинул. Отдай там босс перед тем, как уйдешь. Ос-фрог. ОС фрог. Блин, пощу дуташку. Чуть не повезло. Ой, какой же дебил. Зачем я ПТС? Ну, дебил, конечно. Да я хотел под другому билду сыграть. Так, я качаю ревнат в 4 и собираю ПТ, блять. Слушай, а как тебя звать? А то вот я понял все. Понял. Хорошо. Нет, я тоже интересно. По имени. Ну да, меня как обращаться? Да, как тебя зовут? Просто. Я Ильгиз. Ну если тяжело, можно просто ложки слезать. О, Ложкис, кстати, норм. Ложкис? О, я ошибся, забил. Бля, у них тут вард стоит, мне пришлось... Камрон какой-то жесткий. Блин, мне хилка не приехала из-за этого. Ложкис. Бля, у них, короче, вижен тут везде, я ебал. Короче, я это вот к чему. Тут такая игра получается, что, мне кажется, тебе надо больше как-то пятерку с точки зрения вардов отыгрывать, ну, на виспе. Да-да-да, я так по... Опа, конём. Тут везде эти трэпы, аккуратно. Ну, тут немало. Стэн, пойдёт ранжа сейчас добивать, может. Кстати, вот здесь вард, по-моему, стоит. Виверта под мином что-то трется там. Здесь. Честь, о! У меня 10 человек. Хочешь стоять? У меня хилки не будет, фарм, я бы поставил, да. Похуй, да? Стой, фарм, я пойду лет. Мне кажется, сейчас сдох. Есть такая вероятность. Квест там... Плотно. Тебе 6-й тебе ряпнуть, да? Да, можешь идти? Да, могу, но как искать лучше? Я могу тебя прикинуть. Ну давай. Прикинь лучше. Сук! 20 тысяч людей. Парочка здесь. А, это люди, скорее всего. Ну, хотя меня можно в этом похер. Че там профики делают? Короче, какой-то Solar Crest, я так понял, делаю, и Сларк кайфует, да? А, ну и можешь, сам. Драмчики там. Сам что-нибудь, чтобы жить. Драмчики, ну-ка сейчас посмотрим, что там. Да, приятно, драмчики уважаю. Драмчики, форсик, че. А, кстати, тут... Ну, ладно. Сейчас Эндри поставлю здесь, убьем что-нибудь. Вард, может, какой-нибудь. Давай. Мне кажется, вот тут стоит где-то, сейчас проверю. Нет. Парни, баунти и ванпост. Да. Давай это вверх можем сразу пройти. Пойдем. Да, ванпост. Может, будет захватывать здесь. Ебать, тут варды стоят. Пойдем. Ну все, он уже не пойдет за ним. У него оп стоит. Я вот эту заберу. ТП, да, вот эту. Стартовка. Можем летать, кстати, сейчас куда-то. Ага. Не, ну это французы, конечно. В смысле? Против нас какие-то французы играют, чел. Я эту баунти еще оставляю здесь. Легион колесо. Тебе норм? Да, эту баунти заберу тоже сейчас. Уйдешь или че? Да, ухожу. А есть ТП на низ, ребят? Нет, 20 секунд. Я буду верши сломать тележкой. Бля, а чем мы эту топарку наглую не можем бить? Да можем, типа, поэтому и спрашивали насчет ТП. И что-то охерели. Не, он про темпарк. Я темпарк. А, мы можем куда-то летать. Вверх, смотрите, я ломаю тавр.
Ну, окей. Вы что, вы можете под Vortex Smith прилететь, я думаю? Да, можешь, можешь. Просто координируйте, точнее, примерно когда, чтобы было понятней. О, я бы взял эту штуку. Хотя Сларк тоже хорошо. Я бы тоже. Тварди сейчас прибежит. Я в магазин скинул забирать. Наверное, Сларку лучше. Да, Жабе. Ташка 10-й. А где она, кстати, была? Можно смог нажать на нее и убить. Сейчас я вот вход пропарню, пригенюсь. Заблудился на крипах. У меня там барк пары. Релов есть что-то такое? Да. Сори, подыскал. Там уже все. Да. Чуть пораньше бы. Так. Пойдем, вот, короче, давай до сафар сейчас ресурсишься, мы смог нажмем. Давай. Но теперь релла не будет. Угу. Да мы вдвоем, я думаю, делаем. Мы, да, вдвоем мы можем носить вообще легко. Там на всякие досты можно купить в ресентре. Нас на бот ТП нажал. Короче, я сейчас ТП вниз делаю, тавр ломаю там. Давай. Там для забери. Забери кисть, Кирилл, с шопа. Короче, я наверное, ТП все, не можешь прыгать на этого чела? А да, потом на 50-м можно прыгать на чела, реально. Я, блять, вот в утягу такого, бам. Погоди, отдыхай. Можно прожрать? Вот да, сейчас. Она спачка, она спачка. Она будет сейчас, смотри. Андрюха, пиздец, бэк. Я прыгну на тычку и застану ее. Андрей, ну мы не... Мы... Не, далековато уже. Далековато. Хорош. Ты выиграл нам тавр. Ну, получается так, да. Я не против, guys. I don't mind. Но будем честны, из-за того, что ты делал какую-то полную херню, казалось бы, умерла темпларка, никто ее не засейвил, мы вышку забрали. И 10 человек. Ну это ПГ. ПГ. Вообще-то говоря, это реально было неплохо. Слышим, кстати, а ПГ? О, это можно мне дать, если никому не надо. А, хотя нет, погоди, это, наверное, бабки надо, да? Слушай, брошку возьмите, мне кажется, очень полезно будет. Брошка жесткий. Так, я бы очень хотел один поиграть чуть-чуть. Что, играю я, тогда пойду с кем мне? Ну я могу... Со мной, меня, давай, чел, вот... Надо мид дефать, парни. Да, за милую душу, идем сейчас и следующий тавр ломаем. Сари, бабка, ой, бабка, в смысле. Она, возможно, опс поставила, есть Синтрюха? Синтрюх. Я думаю, поставил он, да, судя по всему. Он вообще была с опсом, я видел. Значит, поставил, точно. Они что-то прям до мид доебались. О, тут мы, блядь, да не сейчас дымем, тема. Так, аккуратней, парни, аккуратней. Мне этот Кай летит. Андрей, да, Андрей. Я цепанаю. Андрей, блядь, все продумано у него нахуй. Добить тебя. Ну, стараемся. Я не могу бить в эту херню, если что. Да. Ну это кехнуто было. Ну, вот здесь оп стоит, чало. Чем тулул, как говорится. Ну, на самом деле я просто не смог бить, я стоял за изгородью. И удар 4 зашло. Да, да. Короче, живиков это нормальная тема. А что, он же может вылетать из этой, да, штуки, конечно, правильно? Да, конечно, может. Ну я так и сделал, но я вроде максимум сделал. Ну может, еще дочку мог дать, на самом деле. Слушайте, я, кстати, брошечку бы взял. Я дай, пожалуйста, ее. Давай. Спасибо, блядь. Авторитет. А где моя курица? Где она опять сдохла, лол? Все, пойдемте мид ломать. Бля, Андрюх, ну чуть-чуть охлади, а? Так нет, а чё мне охлаждать, если нам надо просто, чтобы Сларк фрифармил, а мы типа будем просто что угодно делать. Я буду умирать сколько угодно, я потом просто ему грейс дам и все, он выиграет. Вот тут пускар стоит. Если начнёте как-то, я... Ага. Ой-ой-ой, какая же пизда сейчас будет? Я захожу. Так, ну что-то мы какого-то одного... Я увёз Андрея, потому что я думал, что все ему сейчас дуэлят. Но ему в итоге не дали дуэли, получается, я сделал хуёво всё. Мой косяк. Дашка. У меня дизоль. Да, у меня дизоль. Пиздец, он ошибается. Биверна без ульта, биверна без ульта. На меня катится. Никита вообще бессмертная. Это ММР-турист. ММР-турист, да, пришел. Ой, шестаки, смотри, подарил. Но мы так и Рошана можем. Это ММР-турист. Это ММР-турист. Леша творит. Блин. Это очень странно. Я был более чем уверен, но стоит умник, и его бьют типа 5 героев. Я думаю, ну, точно сейчас дуэль будет. И в итоге нет сюда. Дуэли. Да, хорошо. Это было прям для меня удивительно. Ну нет, и сюда нет, ёпта. Ну вот, ММР-турист побеждает. Маленький регень, короче, у вас. Сэр Андрей. А так работает? Работает, ну. Да. Плохо.
смотри, нормально. Я тебе манку регеню. Так, регеню. Жестко. Ой, уже не регеню. Ну, не важно. Пойдем за туристом Т2 не сломать. За туристом можно. Ну, что будет? Не, надо, чтобы сейчас уже вот а вам играть втроем, а мы просто тизер. Ну, да, турист, там смотри, влетает мужчина. Может, Ташка, смотрите, дальше хочет пойти. Тот товар просто, Андрю. Понял, принял. Чем мне кажется, топе с шарканы валяются. Может, заберешь на что-то? Да, да, конечно. Опа, смотрите. Я там поскидывал шмотки. Есть реально. Давай, 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 Марс. Летим вот сюда, там на темпларку сзади, смотри, турист. Да, мы прилетели нахуй. Ну, все, там воюй дальше. Я добил. А, тут пора с арканом был. Так. А! Кого они бьют-то? Не меня. Ну и слава да, богу. Блядь, тебя легионку, парни. Да я не смог, понял, из-за того, что... Я понял. Мы бежим. Там пора своего, ребят. Здесь же Дань? Парка. А! Да. Точно. Я добью легион. Не, ну с другой стороны, за блёв, конечно, всегда есть еще можно помочь. Просто экипай. А ты дальше есть прыщи на парке сейчас? Есть. Она ушла. Она... А не, его смотри. О, она тут сидит! Да. О, не драй! Минус армор жесткий. Да, что-то там тавр реально 200 хп снял, по-моему, с удара. А он сейчас пробаф, но у него 175 дэмэджа и под Мелдом. Да-да. Да. ММР турист! Да, ММР турист. Нормально. Так, ММР турист. Здесь варс. Ой, ММР-турист. Это ММР-турист. Это ММР-турист тупо все делает. Зачем вообще еще какие-то игроки, если есть ММР-турист? Слушай, смотри, пошел опять. Набычился. Бля, ММР-турист, ну ёб твою мать. Дай печеньку. Нет. Смотри, сзади Лега. Лега ходит. Так, а я пойду на тусика. Так, ММР-турист, ну давай. Бля, ММР-турист, пора бежать отсюда. У тебя есть ульт? Да. Я сбил ТП эту скару. Турист, я тоже к вам иду. Да, сейчас. Да-да-да. Так, да, его. Так будет. Так. На нахуй! Ну я хотел хил дать, но у меня не получилось. Там еще мужичок один был, я не уверен, у него телепорт есть. Турист! Тут еще тускар бежит. Не, нет телепорта, ребят. Без ТП он. Трюхи, оставься там. Спасибо, ММР турист. Это лучший никнейм, лучший. Бля, ну вообще, реально хороший. ММР тут. Парень, может, стрелы в него нажимать? Я просто побежу. А он непонятно, куда он там. На ставр будет падать, если Андрей не поможет. Кстати, а он тут сидит, да? Да, пердим стоим. А, сори. Бля, чел, нахуй ты! Блять, ММР турист, так ты можешь? Ты можешь меня закрыть? Так бывает. Не мог выйти. А почему я, кстати, вот здесь не мог выйти? Почему у меня герой начал в тебя тыкаться, типа, был? ММР, но турист. ММР турист, говорит, так бывает. О, парни, держу его. Давай. Да там ММР туриста от 16 пермостаков и 42 стака таких. А чё, может, закончим? Ну, ММР туриста надо купить себе скади какой-то. Так, я дропну тебе на базе сейчас. Так, а может не надо заканчивать ничего сейчас? Пойдем просто ломать, там у туриста все ок. Сенжин Яшин. Пошли, я бегу. Целиком приехал турист, он точно сейчас приедет. У меня маны не очень много на прыжок. Это, ты иди, я тебе дам, если что, штуки всякие. Вот эту дам штуку. Сейчас ММР еще турист, дам. Подойдете ко мне? Или что? Или мне к вам лучше подойти? Ну все, ММР турист поехал. Я верно прыгаю. Ты стаки, чел, все в порядке. Дай там не отдал. Встань. Не пизда. Я возвращаюсь. ММР-турист, я уже здесь. Айдам. Отдал. Все, ММР-турист. Да блядь, дел, ты что, рофлишь? Я его выкинул нахуй. Так, все, ММР-турист, я улетаю. Давай. Ой, еще чуть-чуть. Уже стаки качаем. Сложно. Давай трон. Сложно дать предмет, сука, под не передаю. А мы не можем трон, слышишь? У него 67 стаков, у ММР турист. Пойдем. Но у меня мана уже, к сожалению, нет. ММР турист. Мы отсутствуем пока. Так, ММР турист.
Он, кстати говоря, я ставлю на то, что скоро он сдохнет, вот выпендривает. Да нет. Вот он умер, кстати. Нет? В смысле? Ладно, мы отвезли. Это про меня, видимо. Да. Вот он умер, кстати. А тут, кстати... Ну, я просто не мог позволить себе от МР-туриста отойти куда-то. Ну, МР-турист реген не нужен. Ну, кстати, Сэнжин Яша на земле, вот это нормальная тема. Это так, похоже, было пикантности на... придает проплач... игре немного. Чел, я был уверен, что я отдам. Да, блин, чисто, блядь, со Герчик... стороны посмотришь, чел на виспе дохнет, байбекается, и Сэнжин Яшу врагам приносит, блядь, сладко. Да, да. На самом деле, предметы продаются в супер в мели, и типа ты нажимаешь, и ты думаешь, что ты передал, а он уже на земле, и противник его забирает. Да. Бля, мой герой такой медленный по сравнению с вашим. Ну, у меня 550 МС, а, на то, что МР-турист. Просто он носится. О, МР-турист, я не хочу, чтобы он ульдовал мне. Ага. Спрятался, смотри. О, смотри, он что делает. Хуё? А чё я так долго... Что? Почему я так долго летал? Не знаю. Мне кажется, это была вечность вообще. МР-турист, чем вы теперь хотите заняться? Сыгари гений у тебя. О, айтем. Я хочу прыгнуть в легион. ММР-туристы есть придержать? На... Бегу. Я хотел сказать, что мне на голову упал метеор-хаммер, а это наш метеор-хаммер. На реген еще есть. Ой, это... Ой-ой-ой. Плюс таки, спасибо, Ярик. Ты за шо, бля? Ну нет, пожалуйста. Три, у меня две. Ой, там заплёв пошёл. ММР! МР-турист. Нифига, он начал метить. Слава богу. А у МР-туриста у него всегда по типа много стаков, да? Никогда не бывает, чтобы не было. Ну да. 26 постоянно. Больно, больно, больно. Ты понимаешь, что МР-турист украл 26 агилити у противников наших? 27. 28. 29. ММР-турист. Эх, давай свапимся. Жалко, у меня нету туда плюса. Типа я бы этот заспамил бы фразу. Я тебя не слышу. Крутая фраза. Как же я долго появляюсь. Бэк надо ставить на такой случай. А у меня был уже один раз. Я, да, да, все мы его помним. А пойдем под фонтан? Нет, я увезу тебя, чел, все. Можешь бежать от тизера? Ладно, оставляю тебя, чтобы ты знал. Нет! Он разъебал меня на фонтане! МР-турист, блять! Да бля, почему он меня пиздит на Светлом Кларке постоянно? Вы шарите, что МР-турист, он просто, ему покер кого убивать, он убивает своих, чужих. Так, нужен МР-турист. Слава, слава стака. МР-турист нужен. Я уже на месте. Все, МР-турист на месте. Я можно сейчас стаки ворует постоянно. Я в темпларку. Наебал. Опа. Не наебал. Все, МР-турист за життя, как говорится. Да, ну вот это вот та самая катка, которая должна быть финальной, когда ты играл в доту 17 часов подряд. Да, ну, да, кстати. 15-15, да. Жестко. Сёжки, я на защите. Чисто хуячишь. Давай. На сларке и даже не понимаешь, реальность это или ты спишь уже. Все, ребят, давайте, завтра. Давай, да, до завтра, гайз. Да, да. В смысле, ты Sunlight кинил, давай. Да, ну а мы-то что, мы-то тоже, наверное, в это не будем. Мы-то тоже, да, я уже тоже подошел. Ну, не, все естественно, забавно. Ребят. Продуктивная тренировка длится максимум 30 Сколько? Минут. Ну, это у меня лично. У меня тоже, кстати. Понимаю. Все, ладно, давай, тогда давайте. Кушать. Да, спасибо за компанию, так сказать. Спасибо, спасибо, да-да-да, спасибо. И вам, и вам. Так.
А чем мы можем заняться теперь? Хороший вопрос. Минки. Реально? А мы... У нас план все еще в действии, да? Какой план? Вечерний. Или нет? Да, в действии, конечно, разумеется. В действии. А во сколько? Ну, давай сейчас еще трансляцию подержим часика 2-3, а потом... Ну, а пахнет каким-то ходцем, овервотчем, не знаю, или попахивает, чем. Честно говоря, немного. Ну, овервотч бы, на самом деле, я вчера не доработал немного. Ну, сейчас не уверен, что... Ну, мы можем попробовать. Всегда же есть конфа, где можно написать. Давай, давай попробуем. Где конфа-то? Я потерял ее. Общий сбор. Я написал. Я сделал всегда все, что мог. Стоит прочекать, что случится, когда общий сбор. Ну, или можно в лол пойти, чел, сам понимаешь. До сих пор не скачал. Да как так? Поставь сейчас. Ладно, ставлю. Мы бы могли уже играть в лол. League of Legends. Видеоигра. Play League of Legends. Так, я же даже регался. Играть бесплатно, чел, удобно. Так вообще начать. Шикарно же. Выберите адрес. Блин, я... Нет, давай не сейчас. Мне надо вспомнить, я же регался уже. Я же был в лоле. Ну сейчас бы все равно я бы не скачал его. Быстро. Я думаю, скачал бы как раз таки. Получил бы удовольствие массу. Чел на Кирилле играет в какую-то Mountain Play Blade Warband. Угу. А, ну у него типа сабдейсит. Ну вот, видимо, да. Ну, типа, я думаю, вряд ли, что мы можем играть в Overwatch вдвоем, правильно? Не, это не это правда. Ну, вообще, мы конечно, это... А, то есть, с Кириллом там гоняется... Сука, я записал, устрел, это смешно выглядит. А, он в дерево врезался. И умер. Сука. Да, обидно. Общем, нет, ну вообще-то, да, если на большой скорости галопом конь врезается в дерево, то наездник может умереть, это правда. Ну, логично. Да, вдвоем в Overwatch играть мы не станем, хотя я, честно сказать, как-то рассорвался, играл один в Overwatch. Ну, дерьмо, я, наверное, было. Три игры. Не, я выиграл три подряд, поэтому было нормально. Угу. Так, что еще в компьютере есть? Сейчас тоже надо посмотреть. Ой, я даже не знаю. Бля, я кушать хочу. Ладно, ты думай, ты вообще ты стример. Бля. Твоя работа. Не, чё-то всё ерунда какая-то. Спидран Террарии. Астронир. Планету убивать. Ну мы сейчас спортивное что-то будем делать. Планету-то мы еще найдем, когда убить, я думаю. Don't Starve, нет, это не моя тема немного. Вот в лолец бы, да, в лолец нормально бы пошло. Блин, реально, гайз, что-то я не знаю даже, во что играть можно. Полагаю, что это точно не Дота. Голосование за игру. Да были бы хоть какие-то варианты, на самом деле, потому что ничего такого промежуточного вечернего-то нет особо. Ладно, сейчас попью водички, может что-то в голову придет.
Super Animal Royale. Вот это звучит интересно, конечно. А, точно! We were here together. Да, вот в этом будем играть. Это, кстати, может быть довольно мемно, так что... Here together, да? Или two. Какая третья часть? По-моему, two, третья часть. Together? Ну да, походу together. 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 Хорошо. Напомню, Андрей, зачем ты качал 20 гигов GTA? Ну, так, на всякий случай. Туда-сюда. Сюда можно удалить, правильно? Качать так-то не мешки ворочать. Так, ну что тут такое происходит? Чел, we were here together. Together. Сейчас. Собирать. Okay. Глагол. We were here, да? А мне надо будет, наверное, скачать. Я помню. Да. Ну а это вот как раз мы хотели поиграть, но тело. We were here together. Давайте попробуем. Так, купить для себя. Для себя покупаю. Жму продолжить выполнение. Принимаю купить. Вернуться в магазин. Библиотека. We were here. Установить. 11 гигов. Так, сейчас посмотрим. Блин, много весит, но по идее, же... качается меньше она. Качается она, вот у меня весит 3,5 гигабайта. Да, посадился. Ну, это, видимо, распаковка там какая-то вот туда-сюда. Пошел. Отлично. Так, только у меня почему-то скорость все меньше и меньше. Мне это не нравится. Хотя ничего, пока я смотрю классную игру. Как раз этой игре можно уделить пару часиков. А потом заняться делами КБУ. Через сбор КБУ получается. Ну да, да, так и есть. Смотри, Андрей, там твой фанат, смотри. The Juan is back. Это, кстати, Мидван, понял? Он реально сделал ник, как у тебя практически. Ну, не вижу, у меня другие ники. Слушай, ни хрена себе тут игра какая-то интересная. Счет 15-14. OG Sumail, OG Sepp, OG Saxa против OG Мидван, OG Notail и VP Noon. Это прям... Слушай, так это можно комментировать эту игру. Да, комментовать. И причем игра равная. Жестяк. 8600 Аверага. Это кековая игра, да. Писал Reddent, какой вард стоит интересный у Reddent. В большом. Почему он так стоит, интересно? Ну-ка. Бля, может его там не видно? Да нет, видно его там все. Ну, возможно, сентри уставишь и его не видишь. Кстати. Есть вариант, если сентри его типа чекать на один даче там вард. Да-да-да. Не. Это кто этот гений? Не знаю. Это Мипошка. Понятненько. Мипошка потеет, наверное, как не в себя думает, если что, вдруг в OG его возьмут, если не это самое, Сакса не пойдет. Сейчас он в варде, типа это самое, чик-чирик. Ну да. Смотри на эту
А, так там, ну там геймер, кто это такой? Просто геймер, геймер. Ну он играет в компьютер, геймер. Но он на комонке играет, ему не очень приятно. Да, ну вот смотри, ультует, типа такой чик-чирик. Не, он, ну это геймер. Ну да. А там Джон Вик. Ну Джон Вик, конечно, много уже не сделает, скорее всего. Слушай, геймер побеждает. Что это было сейчас? Не, катка, конечно, что надо, но Свен проигрывает такие игры в основном. А, не, во, все, нормально, он делает себе аганим. Хотя какая разница сделать себе аганим, один раз прыгнет на ПЛ, а потом останется без мана и все, и ничего ты не сделаешь. Вот если бы у Свена был талант на использование Штормхаймера без маны... На каком-нибудь 25 уровне, прикинь себе этот талант на Штормхаммер? Не, что? На самом деле на 20-м 1 минус 6 секунд перезарядки, другой без ман. Был бы неплохой выбор. Правда, с другой стороны, аганим и не брать талант на минус 6 секунд перезарядки, это... Это... Да, это говно. Это именно так, да. Так, у меня скачано 80% уже. У меня где-то процентов 60%. Да, ну Свен проиграл. Хотя не могу сказать про то, что Лишрак проиграл. Кстати, смотри, Лишрак геймини, он сам себе собрал Glimmer Cape. Ну, потому что понимает, что... Потому что понимает, что ПЛ не может играть против Glimmer. А это вот знаешь кто? Вот этот Джон из Бэк. Это, собственно говоря, Мидван. Да, так да. У меня они так и записаны, в принципе. Странно. Ой, смотри, ремешка дает. Джон Вик без ультима даже пошел. А че, ультиму сейчас не нажать? Не хочешь? Как хочешь. Да похуй на игру, если че. Ой, ну слушай, геймер, опа! Смотри, забайтил на все. Не, ну это геймер. Спас своего кора, получается. Блин, Бэлла какой-то имбовый еще талант. Ну, чуть за 10 уровне 20% эвейжена. Ну алло. Его, кстати говоря, еще и не берут частенько, если что. Да, частенько берут, а так спит. Ну, потому что для 10 уровня, типа, Evagin на 10 уровне вообще тебе особо не уперся. Yes. А так спит, мол, полезен. Yes, yes. 20 атак спида так-то. 400 голды, перчатка скорости. Но при этом увеличивается фарм. Скорость фарма. Геометрическая прогрессия. Так, Джон Вик идет. Хуану в лицо, хлоп. Ну, не знаю, чел выстрел Фуриона вот в игре. 8600 оверага, и я уже, мне кажется, неинтересно смотреть, потому что Фурион никогда не выигрывает. Хотя, ладно, у них типа есть ПЛ, который в лейте много на себя берет, а на Фурионе ты можешь рофлить просто. Хотя против тебя еще играет и Бэтрайдер. Почему он рофлит, потому что счет у него 1-7-2. Такая интересная перформанс. Ну, да. А вот, смотри, кстати, еще этот Void Spirit, VL, Orchid. Void Spirit'ов реально по-разному собирают. Вот, VL, VL. Мне вот почему-то кажется, что реально VL на нем... Это же No One, да? Да. Мне кажется, вот он шарит. Все-таки VL, Сарион, 9 к атрибутам. До хрена, если что. Да. И этот, и Damage. А у него же все магическое. Все магическое. Да, смысле, типа, плюс у него регенерация. Хорошо. Регенерация маны. Также неплохая аура. Нет, насчет Вейла-то полностью согласен. Вообще полностью согласен, что Вейл, конечно, базара ноль, да, чел. Да, сейчас же Вейл, кстати, увеличивает не только магию, ну, неважно, способности, короче, у него просто куча способностей. Что значит? Damage from spells, то есть Pure тоже растет, да? Ну, ему, да, ему же изменили. Где был 25 от магии, а стало 20 перспелов. Слушай, ты... можно на Bristol Back'е купить, типа, скиллспрей, нахуя. Чел! Я знал, что тебе понравится. Почему раньше я не знал этого? Не, это сильно, кстати. Так, сколько скачано там тем временем? Все, короче, я доел.
У меня скачано уже. У меня тоже. Так, все. Запустить начнем. Да. Ну давайте попробуем. Давайте попробуем, попробуем, давайте. И опять Жуан Эсбек умирает. Но, мне кажется, Мидван под пивком плеет. Ну, похож на то, да. Хотя, честно сказать, ну, не знаю, для меня Мидван немножко какой-то оверрейтед игрок, хз. Вот я как-то никогда не был его прям фанатом. Хрен знает. Ну, такой, но... типа, бегает, дерется везде. Может, он гений тоже, как Топсон. Может быть. Но Топсон гений, вот в чем дело. А этот, он такой какой-то Топсон на минималках, короче, получается. Так, ну чё, я зашёл. Так, Хрен давай, сейчас я тоже нахожу, короче. Доту уходим. Короче, надо кому-то комнату создать, возможно, тебе. Сейчас, подожди, конечно, у меня же стример. Да.